Игорь уже второй день работает в ботаническом саду. За несколько месяцев просрочки алиментов на дочь ему присудили 20 часов принудительных работ. По его словам, он не платил из-за временных трудностей на работе. Теперь помогает ребенку стабильно. Но отработать часы все равно придется. Проконтролировать должника пришли приставы. Если вы не будете отрабатывать обязательные часы, то вы можете привлечься к административному аресту. И также, если вы не будете оплачивать алименты после привлечения административной ответственности, вы будете привлечены к уголовной ответственности. Следующей точкой рейда стали места прописки неплательщиков. По первому адресу дверь открыла мать должника. Его самого на месте не оказалось. Но это не спасло от ответственности. За неуплату алиментов сотрудник описывает имущество, в данном случае телевизор, и передает матери повестку о явке сына в отдел. А это уже другой адрес. Здравствуйте. Служба судебных приставов, откройте, пожалуйста. В подъезд пустили, но входную дверь так и не открыли. Видимо, на то есть причины. На стук вышли даже соседи. Оказалось, семья должника зарекомендовала себя не совсем положительно. Шумные соседи. Очень? Дети шумят или они сами? Ну, гости к ним приходили, дети до 12 не спали. Я говорила, что обращусь к КДР. Раз поговорить с хозяевами так и не удалось, приставам придется прийти сюда еще раз. Чтобы взыскать задолженность по алиментам, приставы используют разные меры. Одна из самых популярных и, как говорят сами сотрудники, действенных – арест имущества. При большом долге нередко неплательщики лишаются своих ласточек. Составляется акт описи ареста и автомобиль изымают. Он отправляется на стоянку, где хранится арестованное имущество. И в случае, если должник в течение 10 дней не исполнит требования, которые предусмотрены судебным актом, соответственно, автомобиль будет направлен на реализацию. Есть специализированные организации, которые привлечены для реализации арестованного имущества. Вырученные деньги поступают на депозитный счет структурного подразделения и перечисляются взыскателю. Взыскатели проверяют не только должников, но и их места работы. Если есть долг по алиментам, приставы отправляют постановление на удержание из зарплаты, а затем регулярно контролируют, чтобы бухгалтерия исправно выполняла это требование. Если организация этого не делает, то работодателя ждет крупный штраф. Всего с начала 2019-го на Ставрополье к обязательным работам привлекли больше 650 должников, к уголовной ответственности – 170. За это время приставы взыскали с неплательщиков 65 миллионов рублей. На сегодняшний день в Ставропольском крае порядка 9 тысяч неплательщиков алиментов. И уже на протяжении нескольких лет эта цифра остается неизменной, во многом благодаря работе судебных приставов. Поучаствовали в рейде Екатерина Сегеда и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.